Волонтерское движение по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексея, созданное при храме в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского города Донской, стало действенным подтверждением того, что в русской православной среде издавна и до сих пор существует традиция работы во славу Божию. Мы же представители, делающие мы, делатели в ангелах, хранители ежани, видимые от родителей вся противные вещи, видимых и невидимых врагов, не во всем благопоспешит к сооружению, же мудрость к совершению и силы, силы мне действиями и благодати, Пресвятаго Святого Духа, подати Духу молимся. Господи, избавься на всякие скорби, не нужды, Господу, помолимся. Сегодня в этот большой праздник, праздник похвала Пресвятой Богородицы, в городе проходит очень много добрых, хороших, значимых дел. Вы знаете, в нашем великом русском языке есть одно, на мой взгляд, пожалуй, самое важное слово. Слово «благо». И от этого слова идет потом очень много производных. Благодарность, благодарение, благочестие, благодеяние. Все эти слова помогают нам быть людьми, сохранять в себе человеческое. И вот то, что сегодня мы открываем волонтерское православное движение, это большой, прежде всего, труд, подвижнический труд. И я желаю вам, чтобы на этом пути этого благого, богоугодного, подвижнического дела, чтобы это дело распространялось, чтобы росло число сторонников. В нашем городе Донской, при городской больнице, уже открыто сестричество, где работают, подвязаются сестры милосердия. А сегодня у нас новое событие. Здесь, при храме Дмитрия Донского, мы открываем волонтерское православное движение. И мне хочется обратиться сейчас вот к тем людям, которые возлагают на себя вот эти обязанности. Хочу сказать вам, что вот, чтобы почувствовать, что человек именно человек, нужно обязательно другому человеку сделать доброе дело. И вот ваше вот это служение, оно будет на пользу не только тем людям, которым вы будете приходить и помогать, но и в первую очередь будет вам в помощь спасению вашей бессмертной души. Потому что то дело, которое мы сегодня начинаем, оно действительно большое и хорошее. Мы сейчас будем вам вручать удостоверение, вот, и отец Алексей будет вас благословлять и кропить водичкой святой, а я вас буду их вручать. Волонтерское движение, которое будет носить и наименование «Добрый самаритянин», но вот указывает то наш образ действия, что же мы должны делать. Бескорыстно, не ожидая никакой награды здесь, на земле, мы должны помогать ближнему, должны помогать друг другу. Поэтому наш много очень работы, очень много дел предстоит. Я надеюсь, Господь и Матерь Божия, под сенью которой наше волонтерское движение открывается фактически. Вот начало, наше первое собрание было на Благовещение. Сегодня у нас похвала Пресвятой Богородицы. Несомненно, будет помощницей всем нам в этом многотрудном, но очень добром и замечательном деле. Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, но в основном это дело совести каждого человека, потому что добровольное служение люди воспринимают как свой дар Богу. В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип. Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Волонтерское движение я пришла с целью, чтобы помочь обездоленным несчастным людям, особенно старым, которые сейчас в одиночестве, одинокие, им очень тяжело сейчас приходится от того, что они считают себя никому не нужными. Мне хотелось бы сказать, что они
что это далеко не так, что они нужны нам, они не одни, что мы их не оставим. Добровольный труд для общей пользы считается благородным и значимым делом. Конечно, он ничем не окупится, но раз недостаточно того, что бескорыстная работа во благо общества сближает людей, делает их терпимее друг к другу, уменьшает жестокость и бездуховность нашего современного мира. Я тоже собираюсь вступить в волонтерское движение, потому что это форма воспитания трудолюбия, творческого подхода к учению, труду и христианского отношения к жизни. Я хожу в воскресную школу, но в волонтерском движении не участвую. Но в скором времени собираюсь принять в этом участие и помогать ближнему во славу Божию. Задача волонтерского отряда «Добрый самаритянин» – во славу Божию утверждать в повседневной жизни принципы христианской добродетели, выражающиеся в бескорыстном служении, помощи и поддержке ближних, отдавая им в этом служении свое сердце.